Специалисты городского хозяйства Самары продолжают подключать отопление в жилищном и социальном фондах. В соцсфере процесс уже выходит на финишную прямую. Тепло подали в 98,5% учреждений. С подключением жилых домов самарцев справились на 92%. Актуальные сезонные задачи разбирали на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Обсуждение прошло под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Подключение отопления закончится в течение нескольких дней, а уже в субботу, 7 октября, начнет работать горячая линия. Самарцы смогут обратиться с вопросами о подключении тепла, и благодаря справочному сервису можно будет разрешить проблемные ситуации, отметил вице-мэр. Принимать звонки будет профильный департамент, специалисты районных администраций и частично единая дежурно-диспетчерская служба. Напомню, отопительный сезон начался после выхода постановления главы Самары Елены Лапушкиной. То, что было принято решение главы города о начале отопительного сезона с 18 числа по социальной сфере с 25 числа сентября по МКД, оно дало вот этот мягкий режим вопроса. Но, естественно, люди, когда батарея в квартире не включена, все хотят, чтобы она была у них. В первую очередь включена и тому подобное. Сегодня эту работу, она будет продолжаться. И по обращению граждан, вот на сегодняшний день было 28 обращений в ЕДДС по подключению. То есть количество в разы меньше, чем это было по прошлому году. За благовременной подготовки к отопительному сезону и его официальному старту уделено повышенное внимание. Владимир Василенко в очередной раз напомнил специалистам профильных служб о необходимости оперативной обработки обращений граждан, чтобы все вопросы незамедлительно были взяты в отработку.